Заняли сегодня около бассейна лежак, около моря не занимали. Сейчас пройдусь, посмотрю, где у нас тут три ресторана а-ля карт. Пока музыки нет. Время 9:30 утра, 6 декабря. Это наши основные рестораны, три, в которых мы кушаем. В сад цветов из сказки я попала. Вот здесь начинается вот эта вип-зона нашего отеля. Туда вход воспрещен. У них отдельный бассейн, отдельное питание. Это тоже считается, является отелем Пунта Каня Вик Арена Бланка. Вот такой корпус. Буковка П, а может зайти? Да ладно, не убьют. Ну, естественно, здесь и цена подороже была. Надо же, охранника сегодня нет. Питание у них свое, но они могут к нам приходить. Ветер сегодня, но теплый. Так все смотрят отдыхающие. Естественно, видят, что чужак зашел, их тут немного людей. Вход моря такой же. Налево это хозблок, направо тоже. Так, теперь куда я
и собиралась идти посмотреть, где у нас а-ля-карт. Сказали, что сейчас нет такой записи предварительной, как обычно бывает в эти рестораны а-ля-карт, а по мере заполняемости. Закуски ты набираешь сам, а основное блюдо выбираешь и тебе приносят. Вот так. После вчерашнего ливня ночью была такая влажность, жара. Даже в номере комары покусали. Так что я думаю, что возьмите с собой спрей, что-нибудь от комаров. Сначала не замечаешь, а потом, правда, так чешется. Может, на русском я сейчас почитаю. Нет, это просьба одевать маску, которую никто не одевает. Курить нельзя. Здесь написано. Вот, это первый а-ля-карт. Не написано какой. Вот это, я так понимаю, второй а-ля-карт. Или этот же рыбный. Все, нашла. Ресторан «Тратория», вот это называется. Наши рыбные мясные блюда. Лосось в соусе песто с перцем пикильем, подаваемый с клёцками ньокки и сыром пармезаном. Потом блюдо из свиной эскалоп в оливковом соусе. Третье блюдо – телячьи ножки по-милански с белым рисом. И есть куриная грудка по-флорентийски со шпинатом и рикоттой. Десерт – салат, маринованный с ликером амаретто и мороженое клубничное с шоколадным сиропом. Господи! Так же на убой здесь кормят! Вот это вот ресторан а-ля-карт. Это сразу выход к морю. Волны сегодня опять. Все трудятся с утра до вечера. Сухие листочки пропололи. Та зона, которую я снимала, это был VIP-зона Арена Бланка. Сейчас у нас везде очереди начнутся в 3 километра. Кстати, вот видите вдалеке вот этот вот, такая крыша интересная, бар, где я говорила, наливают. Там есть автомат, не только дают воду и алкоголь, там есть автомат, в котором можно попросить натуральный кофе. Вот мы спрашивали латте. А вот привезли доминиканское пиво. Грузовик, алкоголь. Привезли грузовик. Ну вот, времени нет 10, сейчас еще море сниму. Океан. Все время говорю море, да и все говорят море. Привыкли же. Какой прилив сильный. А сегодня утром вода ушла, Виктор говорил, метров на 20-30.
Это было в 3 часа ночи. Меня вчера сзади так волной накрыло. Бандан улетел, на ногу вывернуло. Поэтому аккуратнее. Так кажется, что они такие маленькие, они такие сильные. О чем я и говорю, мамочка. Всем хорошего дня. Это был отель Вик Арена Бланка, Пунта Кана, Доминикана.